Вопрос двинулся с мертвой точки. Минтранс запросил средства на достройку дороги Наринмар-Усть-Илимск. Напомним, президент Владимир Путин дал официальное поручение правительству в срок до 16 сентября изыскать необходимые для возобновления строительства дороги средства в размере более 8 миллиардов рублей и до 30 сентября предоставить решение вопроса о достройке автомобильной дороги Наринмар-Усть-Илимск. В общей сложности достроить осталось 83 километра дороги и мосты через реки Лая-Вош, Лая-Харьяха, а также ввести в эксплуатацию практически построенный мост через реку Шапкина. В настоящее время Минтранс России направил предложение о выделении средств бюджету Ненецкого округа на софинансирование строительства дороги Наринмар-Усть-Илимск. Так, в следующем году предполагается выделить 1 миллиард рублей, в 2016 году 2 миллиарда, в 2017 – 2 миллиарда 701 миллион рублей.